Перед началом нового учебного года безотлагательным и требующим рассмотрения стал вынесенный на повестку дня проект с информацией о готовности образовательных организаций принять детей. Заместитель начальника отдела образования Юлия Копнина проинформировала, что в течение 3 дней межведомственной комиссии было проведено обследование школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. 1 сентября за парты городских и районных школ сядут почти 3000 детей. К их приходу в общеобразовательных и дошкольных учреждениях завершились ремонтные работы. И обновленные кабинеты ждут своих учеников. На заседании городского совета также обсуждался вопрос утилизации старой мусорной свалки. Для этого необходимо перенести участок полигона из районной в городскую собственность. Предварительно на публичных слушаниях было учтено мнение населения. Замечаний, предложений не поступило, поэтому был утвержден итоговый документ публичных слушаний, где было рекомендовано вынести этот проект на заседание Варшавского городского совета, рассмотреть его и принять. Данный проект решения был единогласно принят депутатами. Всего народными избранниками было рассмотрено порядка 10 вопросов. В числе прочих – утверждение бюджета города на 2021 и плановый период 2022-2023 годов и внесение изменений в устав города Уварова. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, «Наш город».